Чаёк любите? Я кофе предпочитаю, а вот термос мой любит айс кофе и айс ти. Смекаете? Поэтому краш-тест термосов от канала «Спасибо, шеф» тут как раз в жилу. Ролик у ребят получился лихой, суровый и беспощадный. Облизываюсь теперь на термос от фирмы «Термос». Блин, а так жил бы себе спокойно. Но они там еще и разыгрывают термосы. Меня-то вряд ли допустят до участия в розыгрыше, а вот вам можно и нужно попробовать. Условия несложные, они в описании ролика с краш-тестом. Ну и в целом, на канал «Спасибо, шеф» сходить стоит. Там красиво и вкусно рассказывают о том, как готовить еду, и не только. Где там наши голландцы? Отходнички! Дамы и господа, с 2018-м! Это парни с дач Bushcraft Knives, мы еще живы! Надеюсь, вы тоже хорошо отпраздновали. Да, многие нас спрашивают, чего мы на обзор складнички не берем? А мы всегда отвечаем... Складные? Не, но вы гляньте ролик с Ганзо! Обзор складника Ганзо 25 октября 2016 года. Но тут Knives & Tools говорит, мол, есть у нас складной нож, который готов к любым нагрузкам. А я считаю, если ты к нагрузкам не готов, освободи-ка нафиг ручник! Турник! Так что сегодня мы... затестим... Экстрима! Рейтио! РАО-2! Ножи для бушкрафта по-голландски в переводе зёбры. Дамы и господа, этот нож уникален своей способностью превращаться из складника в фиксет. И поэтому Knives & Tools считает, что этот нож готов к нагрузкам. В общем, дамы и господа, этот нож, по идее, должен выдержать все тесты наравне с фиксетами. Ну да, я слышу ваш вопрос. Парни, вы рехнулись? Нет, мы не рехнулись! Ну, вообще, мы тоже в это не поверили и до сих пор не верим. Так что приступаем к тестам этого ножа. Будем им батонить, рубить будем. Все будем делать, как в наших стандартных тестах, и посмотрим, выдержит ли эта штука все испытания. Батонинг. Найти парня, полюбить. Мне что-то не видно разницу. Попробуем-ка мужское полено. Стоять, дамы и господа! Вот сейчас вот момент. Это то место, где прошлый наш складник Ганзо сдох. Потому что мы берем оверсучковатое полено. Разницу. Обычный складник. РАО-2. Видно разницу. Без проблем! Микки! Вообще, блин, а? Рубка. Это неплохой такой топорик. Но вот рукоять для батонинга была очень хороша. А при рубке, блин, уже больно руке. Делаем шаг в сторону ада! Чё, больно, да? Ага. Разведение огня. Прямые спуски. Да,
Давайте. Разрушательство. Микки, Мартин, кажись, Knives and Tools были правы. Уничтожить его не получилось. После наших тестов он бумагу-то еще режет, Мартин. Ну серьезно, скажу я, натурально, реально меня этот нож удивил. Потому что, слушай, Knives and Tools нас уже пару месяцев точили, мол, сделайте тест складника, он все выдержит. Но мы-то складники не тестим. Да. Не, вот Extreme Ratio RAW 2 явно становится рекомендованным ножом недели. Да, он первый рекомендованный среди складников. Ну реально. И я не кривя душой говорю, что мы в нем уверены. Он просто на отлично исполняет свою функцию. И что там, не болтается? Не, люфтов вообще не наблюдаю. Выбрал бы я его для выживания основным? Нет, я бы взял Fixed. Но был бы он хорошим спутником на каждый день? Да. Ну даже для выживания подходит. Да. Какая на нем сталька, Микки? N690. Ух, нормуль. Это вполне такая достойная сталь среднего класса. Очень легко правится. Я бы поставил ее чуть выше VG10, если так вам понятнее. Где-то 7 из 10, очень неплохо. Давай ему общую оценку дадим. Только как складнику. Как легко точится, Мартин? 8. Общая производительность стали? 7. Удобство рукояти для складника 7. Ножны 8. Для складника это вообще нехило. И последнее, но не менее значимая крепкость 9. 9? Для складника это точно. Я даже не уверен, как складник сделать еще крепче. Так что давай 9 с половой. Десятки мы не ставим, ну 9,5. Пожалуйста, сходите по ссылке в описании, если вам складники нравятся. Это определенно складник, который мы можем порекомендовать. Если вам нравятся складники, этот вам просто необходим. Дамы и господа, очень надеюсь, всем понравился ролик. Это наш первый нормальный складник, поэтому вышел скорее обзор, чем наши обычные творения. Ну тоже надо такое снимать. Если хотите нас поддержать, можете сделать это на Патреоне. У нас там еще розыгрыши каждый месяц. И сейчас будут спасибо поддержавшим нас комрадам. Matthias S, Ryan L, Travis H, Thol K, Ryan N, Pierre Giorgio S, David A и Chance B, братюня. Ну, дамы и господа, в этом месяце на Патреоне разыгрываем первый нож купленный, первый хороший нож купленный Мартином. У меня мурашки аж. Который заложил основу нашего хобби. Falkniven A1. Если поддержите, получите ванс выиграть его в этом месяце. Ну да, шанс выиграть. Поэтому, пожалуйста, лайкните, подпишитесь, инсту зацените, колокольчик щелкните. Увидимся в следующем нафиг эпизоде. И счастливого спортивного 2018-го. Покеда.
видно разницу.